Мы продолжаем с вами путешествовать по следам преподобного Ефросина. Находимся с вами на месте трудов и молитв преподобного Илариона Псково-Изерского, ученика, самолитвенника преподобного Ефросина. Когда преподобный Иларион возрос духовно и, спросив благословение, он последовал в лесную чашу и поселился, вырыв здесь яму в ней. Вначале здесь была яма, наверное, сверху он что-то покрыл, чтобы как-то уберегаться от непогоды. И впоследствии рядом росло дерево, он как-то увидел дупло, залез в него, расширил его и впоследствии жил в нем. Оно находится рядышком, вот в этой часовне. Позднее, вокруг древ, в котором молился преподобный Иларион Псково-Изерский, была воздвигнута часовня. Она была деревянная, но по ветхости она была заменена на современную. И внутри которой и находится дупло, в котором молился преподобный Иларион. Вокруг преподобного Илариона стали стекаться такие же монахи-отшельники, которые искали молитвенного подвига. Они и основали рядом с рекой Желчью Покрово-Изерский мужской монастырь, главным храмом которого является храм Покрова Божьей Матери, под спудом которого и предположительно и находятся мощи преподобного Илариона.